Новый глобальный финансовый институт, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, официально начал свою работу. Сегодня в его штаб-квартире в Пекине состоялась торжественная церемония открытия. Учредителями являются 57 стран, в тройке крупнейших держателей акций Пекин, Москва и Дели. Соглашение его создания было подписано в июне прошлого года. В числе участников также Германия, Великобритания, Франция и Южная Корея. Уставный капитал составляет 100 миллиардов долларов. В сферу деятельности будет входить широкий спектр финансовых услуг, кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь. Многие эксперты рассматривают Азиатский банк как потенциального конкурента, базирующихся в США МВФ и Всемирного банка. Вашингтон от участия в данной организации отказался.